Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада приветствовать вас в нашей волшебной творческой мастерской. Сегодня мы с вами сделаем вот такую объемную открытку. Для этого нам понадобится цветной картон, бумага, клей, двусторонний скотч, маркер и ножницы. Итак, приступим. Сначала нам нужно взять бумагу размером 9 на 9 сантиметров, которую нам нужно с вами будет несколько раз согнуть в треугольнички. Сначала делаем первый слой, затем мы с вами делаем второй слой, и у нас остается буквально третий слой, который нам нужно с вами аккуратно согнуть. После того, как мы ее с вами согнули, нам нужно с вами сделать лепесток. Для этого берем ножницы и делаем аккуратный кружочек, который будет нам напоминать лепесточек. После того, как лепесточек сделан, нам с вами его нужно развернуть. Разворачиваем наш лепесток и отрезаем у него один лепесток. Лепесток мы с вами можем отрезать с любой стороны, это не принципиально. А теперь нам с вами нужно наш цветок раскрасить. Берем маркер и обводим наш лепесточек по краям. После того, как мы этот лепесточек с вами по краям обвели, нам нужно будет сделать тычинки. Тычинки мы можем с вами делать абсолютно разной длины. Это тоже не принципиально. Главное, чтобы получилось красиво. После того, как мы наш цветок раскрасили, ребята, нам с вами нужно его склеить. Для этого берем клей и, хорошо промазывая, заклеиваем один лепесточек. После того, как мы его заклеили, нам нужно его склеить вот таким образом. После того, как мы его склеили, нам с вами его необходимо загнуть и прогнуть в разные стороны. Это необходимо для того, чтобы наш объемный цветок получился. А теперь разворачиваем. Ребята, у меня таких цветочков 7 для того, чтобы открытка получилась более объемной. И теперь самая важная с вами наша задача – это склеить наш цветок. Для этого мы цветок кладем подобным образом, берем и проклеиваем. Обязательно, ребят, нужно помнить о том, что проклеиваем мы только краешки лепестка. А теперь делаем просто. Приклеиваем один цветочек, рядышком заклеиваем второй и переворачиваем наш цветочек подобным образом. Теперь нам с вами нужно проклеить эти три части. Точно так же клеим с краю. Когда мы проклеили его с краю, необходимо наклеить и продавить еще один слой цветочка. Затем клеим эти стороны. И точно так же наши цветочки приставляем и сгибаем подобным образом. И буквально остался еще один цветочек, который мы наклеиваем к тремя лепесткам. Придавливаем. И вот у нас с вами получился объемный цветочек. Теперь нам с вами нужен цветной картон, который мы должны согнуть пополам. Сгинаем мы его хорошо для того, чтобы у нас получилась открытка. Разворачиваем нашу открытку. Берем цветок
Для этого нам понадобится двусторонний скотч, потому что иногда, ребята, на клей этот цветок клеится не очень хорошо. Прикладываем к середине лепесточка один слой двустороннего скотча и берем еще один кусочек скотча и приклеиваем его на середину цветка. Осталось снять двусторонний скотч, приклеить наш цветок в середину и закрыть нашу открытку и немного продавить. Теперь, когда мы приклеили наш цветочек, можем развернуть нашу открытку. И у нас получается вот такая объемная открытка у нас получилась с вами, ребята. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в нашей волшебной мастерской.